За нами чисто. Боже. Смотри. Одни руины. Ага. Я вижу. Слушай, там еще есть живые. Мы ее найдем. Да. Она должна быть где-то там. Столько мертвых. Ужасно. Черт. Надеюсь, там, где мы жили, дела получше. Все так изменилось. Даже не знаю, где мы. Идем. Дом в той стороне. Глазам не верю. Все пропало? Ничего нет. Посмотрим, нет ли здесь тех, кто за нас. Может, кто выжил из отряда Фиджеральда? Здесь такое. Смотри, что это? Я такого раньше не видел. Я тоже. Откуда они только это взяли? Не знаю. И сделать не могли. Они говорят-то с трудом. Очищен! Горитина! Тоннел с Шенетом! Царе, чё, Кильдр газал? Ничего! Усор! Зачем сюда? Кильдр так биться? Кильдр биться? Наш лидер не биться! Не губи! Эй! Шшш! Слушай! Огонь! Огонь! Уничтожить! Черт! Чуть не задело. Надо внимательнее смотреть. Охрана еще тут. Может, это и к лучшему. Пригодится. Боже, опять они. Эй, вы! Мы свои! Подождите! Нам не помогут. Мы знаем, куда идти. Дойдем туда, и, может, узнаем, что происходит. Застряли. Здесь тупик. А если платформу расчистить, то, может, ладно, и пройдем. Идем. Тихо. Мне ясно, как она держится. Ah!
славно. Куда же эти черти лезут? И почему они не уходят? Город в руинах. Зачем-то он им нужен, раз они тут роют. Черт, мы не знаем даже, откуда они взялись. Вот это мы скоро узнаем. Да, дожить бы только. Лео, я здесь Лейли подарок на день рождения покупал. Даже не узнал. Да, точно. Но это было в прошлой жизни. Пошли, найдем девочку. Это сейчас главное.
Уходим, пока новые не пришли. Один не справлюсь. Первый. Ладно, ты за мной. Правда, Нескосикатры битва. Мощно, новый Нескосикатры. Все мертвы. Но шишу, не волнуйся. Фильтр с вами. Чисто! Надо быть осторожней. Они тут повсюду. Всех не победить. Будет заряд для гравлинга. Посмотрим, что они могут. Черт, а это что? Славно. Они из той штуки лезут! Thank you.
Смотри, там стена сломана. Кажется, можно пройти. Ох ты! Роют проходы прямо в город. Откуда же они лезут, черт возьми? Может, живут под землей? Нет, не сходится. Если бы они жили под землей, не стали бы заставлять нас копать. Тут другое. Уже близко раз. Еще пара кварталов. Подтолкни-ка! Чтобы летим. Типа парим. Попробуем. Это не так уж и трудно. Перелетай от предмета к предмету. Эй, вон твой дом. Движемся дальше. Снова на земле. Да, прибыли. Не волнуйся, Ди, все будет хорошо. Лейла? Лейла! Черт возьми, где ты? Тогда-то меня и осенило. Жизнь кончена. Незачем больше жить и не за что сражаться. Все просто потеряло смысл. Детка, ты здесь? Но надежда может искажать реальность. Казалось бы, самым причудливым образом. Ну где же ты? Ее не было. А без нее, без мысли, что она где-то рядом, я бы просто сел и сдался этим гадом. Надежда порой обманывает, как и все, кому ты по-настоящему веришь. Папа, я хочу тебя спросить. Дэвис, там перестрелка снаружи. Может быть, патруль. Надо посмотреть. Нам тут нечего делать. Нам надо уходить. Ты обещал, что мы поедем с тобой на край. Обещал. Мы вдвоем. Пошли. За мной. Давай, спустимся туда. Бери винтовку. Твою мать! Их там очень уж много. Займите оборону. Я подброшу, а ты стреляй. Это еще кто? Какая разница? Откуда? Даю низ. Смотри, эти на нашей стороне. Да, это точно. Нас воюют с лютадорами. Поможем им убить гада, а потом узнаем, кто они.
Снайпер на крыше! Надо его снять! Сделаю. Черт! Опять! Оставайся, снимай их! Боже, ты посмотри, какой здоровый гад! Вот что значит вовремя. Еще бы пара секунд и все. Тихо. Кто такие? Я Бэнкс. Это вот Гаррисон. Свободные люди. Свободные? Все, кто остался. Мы объединились, чтобы сражаться и бить лютадоров в их же тылу. Нам лучше быть вместе. Если не будете в нас стрелять. Это моя дочь. Видели ее? Давно ее видел? До вторжения. Эх, жаль. Не найдешь ты ее. Поздно. Заткнись, сука! Тихо. Не ты один потерял близких людей. Слушай, есть шанс, что ее забрали в лагерь Текаль с другими детьми, но я... Где этот Текаль? Точно не знаю. Видимо, это их штаб. Мы пытались его найти, но теперь нам не на чем ехать. Вы поможете нам найти лагерь, а мы возьмем вас с собой. Подробнее. Здесь недалеко есть командный центр лютадоров. Вы туда проберетесь и узнаете, где лагерь. А мы захватим лютадорскую машину. Вот, возьми. Будем на связи. Что скажете? Я Дэвис Рассел. Это мой напарник Лео. Мы поедем с вами. Все, бойцы. Идем!